пятницу в Самарской области переменная облачность, ясно и пасмурно. Осадки маловероятны, жарко. Дневная температура 28-34 градуса тепла, ночью 19-21 выше 0. В Сызрани пасмурно, днем плюс 30 градусов, ночью плюс 21, ветер северо-западный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, плюс 28 градусов в дневное время, ночью 20 выше 0. Северо-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, дневная температура 30 градусов тепла, ночью плюс 20. Ветер западного направления 4 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 37%, температура воды в реке Волга 21 градус, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.